Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, No Name, странный никнейм, Фриз, Васаби, Суслик, Шрек, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня аниматроники будут гоняться за нами с части FNAF Sister Location, они очень злые и агрессивные. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну что, давайте начнем с Балори, вот прям по очереди будем ставить и посмотрим, что они могут. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся снять что-то очень крутое, и кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord. Ссылочка где, пацаны? В описании. Совершенно верно. Так, а что оно только за мной? Оно убивает через стены. Это очень круто, очень. Так, ну что, будем добавлять с каждым разом все больше и больше, давайте сразу будем по одному ставить. Прощай. Это была хорошая попытка умереть. Я сразу иду вовнутрь пиццерии и посмотрим, на каком расстоянии она может меня убить. Так, пацаны, будьте осторожны. Это очень злые аниматроники, очень. Кстати, у нас есть мод на ломание двери, но насколько знаю, они двери должны уметь открывать. Да, а где они вообще бегают? О, вижу, вижу. Кстати, она может на машины залазить? Вы не проверяли? Сейчас пойду проверю. Не, хочешь проверить ты? Не, ну ладно, давай проверим. Давай проверим. Только для начала надо на эту вонючую машину запрыгнуть, я не могу что-то на нее запрыгнуть. Я залез. О, ты залез, да? Не убивает. Очень странно. И она тебя убила. Так что, ребята, нема смысла даже прятаться на машинах. Так, ну что, будем еще добавлять. Теперь ставлю более злого аниматроника, это Эннард. О, это он быстрый. Он очень быстрый, он мимо меня пробегает. А, нет, ладно. Немножко дернулся. Еще и Балора мне хочет замочить. Быстрее, быстрее, быстрее. Дима, ну ко мне сначала пошел, а я к тебе. Давайте проверим, откроет дверь или нет. Так, а кто дверь открыл? Это Балора. Дверь открывать реально умеет. Они дверь умеют открывать. Интересно, они умеют еще залазить вот сюда, вот на вот эту вот ступеньку. Будем проверять сейчас. В конце ролика будет их настолько много, что аж будет лагать горизонт, поэтому рекомендую досмотреть до конца. В конце будет жесткое мясо. Просто мясище. Хорошо. Давайте их буду еще добавлять. Блин, тут один из нас скин аниматроника, я немножко боюсь. Стремновато, когда я его вижу. Хотя знаю, что у нас с этой части не майн писишек. Добавляем еще. Теперь у нас пошел Funtime Foxy. Он тоже быстрый, он тоже очень скоростной мужик. Кстати, в них можно будет вселяться. Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы будем вселяться в них и выживать на лабиринте. Я думаю, что лабиринт — это очень классная тема. Кстати, вышли новые лабиринты, будем пытаться на них записывать. Конечно, они очень гигантские и здоровые. Ой, я пошутил. Не бойся, я так 100 раз сделал. Так, я вижу, бежит. Все решишь, умрёшь. Друзья, они карту не так уж я хорошо знаю, да? Не знаю, как обходить. Она и полки пяти не добежала. Потому что это не обычный NPC, это с раздела для RGBs. Они просто бегут напрямую. Так, я вижу, пацаны умирают регулярно, это хорошо. Это плохо. Так, давайте теперь ставим Funtime Freddy. Так, всех не поставили по одному. Теперь я буду просто добавлять количественно. Как вы думаете, кого из них самый быстрый? Это, наверное, Эннер, да? Быстрый. Фокси? Funtime Foxy, наверное. Так, бегут. Хорошая попытка выживать. Эннер. Ну, надо добавлять все больше и больше. Сейчас мы устроим пацанам райскую жизнь. Я сейчас зайду вовнутрь. Тут труп валяется. У нас тут беседа с Funtime Foxy. Дима, не мешай. Так, мне интересно, они смогут туда залезть или нет? Наверное, смогут. Дима, ты вижу... где? За мной 3 аниматроника, могу тебе... Да, я добавляю еще одного. А ну давайте проверим. Надо. О, пацана хотят убить. Они смогут достать их. А, хорошо, давайте мы сделаем сюрприз. Блин, если бы ты не ушел, я бы тебя поставил со спины. Дима, ты что делаешь? Ого, через окно убило пальцами рук. Ой, я стою, меня никто не трогает. Ладно, сейчас убьет, чувствую. Вот это звук скрежета. А, бегают. Нормально, пацаны, мочат. Я вижу, умирают и умирают. Так, сколько я уже поставил? Штук 6, наверное, поставил. Больше. Больше, да? Надо штук 20, наверное, будет лупануть. Так, пацаны не сильно-то быстро умирают. Хочется, чтобы было быстрее намного. Сейчас мы все устроим. Будет мясище, как я люблю. И вы все любите, мои подписчики. Смотрите, когда у нас просто в канале творится. Не бойся. Вы хотите работу? Да? Есть. Давай, залазь, отлично. Вот он бегает. Так, убийца стекол пошел. Какая бэби страшная. Так, давайте теперь сделаем эксперимент, на каком расстоянии могут убивать. Так, не убивают. Значит, машину она не может убивать. Смотрите, я уже стою сколько? 2 метра от них. Блин, так стрёмно, когда я вот так вот стою. Есть контакт. Тут собеседование, Дима, приходи к нам. Не, я боюсь.
Да не бойся, они добрые. Добрые? Хорошо, да хорошо. Я, они не убьют. У нас тут собеседование. Ты когда не подходишь? А где у вас собеседование? Там на улице. Ого, прикольно разговаривают. Ты что-то новенькое. Видно, их все-таки обновили. О, давайте мы сможем двери ломать. Давайте двери будем разрушать. Где мой дробовик? А эти двери не ломаются, только деревянные, а металлические не хотят. Так, сейчас мы все-таки попробуем их расстрелять. Заходите в кухню, там покушать вам принесли. Да, дверь не ломай, прощай. Как тебе еда, нормально? Классно. Так, еду еще добавлять. Добавляем очень много. Дверь открой сейчас, да. Двери они вообще смело открывают, и это очень круто. Не все, кстати, NPC могут открывать двери. О, я в офисе буду. Охранника. Офис, закрывайся. Он не женский, мы сейчас узнаем, какой пол у него. Отлично. Все, заходи. У нас тут беседование с трех аниматроников. Да. Заходите, заходите, все в офис. Будем тащить здесь. Дверь, кстати, очень странно закрывается. Она сама потом закрывается через некоторое время. Да, я понял. Ломай двери. Двери нельзя разломать. Опа, убили еще одного челика. Не-не-не-не-не-не-не, они с нами побегут, не надо. Никого нету. Я слышу, они бегут. Пацаны, бегут. Зря ты это сделал. Так, попробуй сейчас как-то выжить. Так, сейчас он пробежит мимо. А давайте проверим, через стену можно убить? Через стену не убивает, представляете? Легкотня. Он, наверное, нас не видит, да? А вот он, вот он. Че, он там стоит в углу и не заходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не убивай через стену. Классно допили мы. Раньше, я помню, убивали они через стену, сейчас уже нет. Через окно могут. Так, ну что, добавляем еще, я хочу еще жестче. Это все фигня. Не надо, Дима. Надо, не бойся, я так стараюсь сделать. Меня еще ни разу не убили. Серьезно? Я тоже, кстати. Ну я же не стал вас хабить. О, тут он это. Ой-ой-ой, есть, умер. Че? Я разошелся, пацаны. Сейчас будет вообще жестко. Быстро, очень быстро, аниматроники. Я вижу, как он бежит. Жопа аж вспотела, да? Ой, блин, хотел обойти. Они вспотели. Вот это веселье. Еще ставим. Иди, давай, беги сзади. Еще много штук ставим. Да как он меня не убил? Видели, как это было рядом? Я их вообще не боюсь ни о чем. Я не видел тебя, я вообще тут не находился. Ладно, забираю свои слова назад. Они жестко мочат, особенно со спины, аж дергаюсь. Так. Здесь никого нету. А я еще не убили ни разу. А где ты ныкаешься? На крышу, да, залез? Нет, я просто бегаю. На крышу нельзя. Какой тебе скин? Смерти. А, скин смерти, нет. Хорошо. Ой-ой-ой, ты движ бежит за мной. Ух ты, вот это. Блин, на расстоянии убивает. Балару вообще мощно. Так, ищем смерть. Надо смерть найти, чтобы наказать. Дима. А где смерть? Я даже не знаю, где. Да все, меня убили, Дима. А, да? Блин, я хотел тебе сделать за подлянку. Пизда нам тебя поймать, чтобы они тебя мочили. Ты честно. Это честно. Ой! Они бейся, ты че? Я тебя буду тоже бить. Подойди так к нам, они тебе дадут хлебушка. Подойди. Это толпа тут бегает, жесть. Какой скрежет от них исходит. Так давайте по карте походим. Они же все равно могут двери открывать. Быстрее. Беги, Дима, беги! Да не, отлично, я убежал. Ага, и они бегут. Так, сюда. Дима. О, о. Давай сделаем победителя того, кого будет меньше всего смертей. Хорошо, у меня всего... А первая табличка это смерти, да? Нет, это убили. А, да, вот 9 раз я умер. Хорошо, все. Тогда я хочу выжить. Ой, тогда я хочу затащить. Сейчас я и буду ставить столько много, чтобы умирали жестко. Последнее место не хочу занимать. Ух, их сколько много. Кстати, вы заметили? Вообще не лагает карта, да, с ними? Они вообще не нагружают систему. Дим, вот ты сказал, что мы много раз умирали. Это в курсе, что они тебя тоже будут убивать? Нет, я буду стараться умирать меньше. Вот это я яйцами ударился в стол. Это было жестко. Бегите, пацаны! Бегите, это, глупцы! Это аниматронный апокалипсис! Так, станем здесь. Пацаны, вы их ко мне ведете? Ой, я сейчас залезу, он меня не убьет, смотри. Ой, я в машину провалился. Не убили, Дима, да. Не убил, да, вообще мощные. Беги!
А мне интересно, у них жизнь не тратится. Сейчас возьму админские пистолеты, мы проверим. Возможно их убивать или нет? Они убиваются. Давайте потом работать его очень много раз заведем. Ну все, давайте битву будем устраивать, помочь им их. Только таким не сильно мощным оружием и базуками тоже. Они хотя, в принципе, можно базуками. Главное бомбы не взрывать, потому что бомба это же мясо вообще будет. Да, бомба это мясо. Давайте проверим, сколько жизни у них. Так, дробаш, пошел. В живот. Вообще не убивается никак. Давайте, мы. Она приостанавливается, когда вы по ней попадаете. Вы заметили? Медленнее становится. Ай! Вот это пацаны устраивают апокалипсис. Жестко, жестко, пацаны. Это аниматронный апокалипсис. О, стоит. Давайте попробуем пройти. Ну ладно. Я ему специально подался. Да-да. Ну что, давайте, я вас не боюсь, щенки вонючие. Кто против меня? Понял, Эмер против меня. Какой ты хорош! Железная морда, блин. Вы хоть одного убили или нет? Или вообще невозможно убить? Нет. Они очень мощные. Очень, да, мощные ребята. Они очень мощные. Они вообще топ. Уже пулемет надо какой-то брать? А, догоняем. Надо только с Бенни Хопом убегать. Так, давайте возьмем что-то помощнее из оружки. Я... О, красная граната. Я вижу, он застрял. Да, давайте давай. Проверим, сможет его убить красная граната. Дамажит, дамажит. А я сразу гранату умер. Но он не умирает от красной гранаты, представляете? Красная граната, она много хп. Очень много хп отнимает. О, убил! Эннер, да убил красной гранаты. Значит, у них жизни где-то 1003-4 у них жизни. Мне кажется, 5 или 6. Ой-ой-ой, да хорош. Ты думаешь, 5 или 6? Мне кажется, 9999. 10, кто больше? Напишите, ребята, в комментариях, у кого сколько жизни из аниматроников. Я думаю, что надо взять... Наверное, миниган. О, или не миниган, я знаю, что он дает. Мне миниган вот. Не помогает. Вот-вот-вот, пушка с Эриосом 2. На, тебе щенок. Убил! Убил! С Эриосом 2 пушка убивает. Значит, и другие оружия могут убивать. Так. Спасибо. О! Ай. Ну, давай, давай, умирай. Давайте, пингвинчики на это оружие называют, потому что они так скользят прикольно. Прикольно. Ой, извини. Я убил. Убил, убивается, да, все-таки? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Больно же. Так, хорошо, раз пацаны их убивают, сейчас мы кое-что сделаем. Ребята, готовьте, сейчас будет жесткая-прижесткая дуэль. Сейчас мы зайдем очистим карту. Так. И я поставлю очень много штуки. Пойпусти. Давайте вот таких. О, давайте Эннер, да? Эннер все-таки, мне кажется, вообще мужик жесткий. Поехали. Эннер, Эбби самый жесткий. Ой, Дима, они за мной бегут. Ой, ты что делаешь? Ребят, ты что, не считал, что будет мясо? Я свое слово сдерживаю. Теперь возьмем оружие. Надо было свое слово. И базука. Давайте с базуки погасим. Заходи, заходи, не бойся. Убил, не убил, не интересно. А, отвали. А, достает везде, зараза. Я его боюсь. Нет, конечно, попадаю, все четко, но он не умирает почему-то. Он передумал со мной воевать, думать, псих какой-то неадекватный. Я всех убиваю, себя тоже. Вот это класс. О, вот это. О, миниган, вот. Дима, я там что? Только ты ж меня не убей. Стильщик. О, господи, тут не закрыто. Эй, меня не убивай! Да тихо, вы ж меня убьете! Но, в порошок растет. Я убил. Вот это жесткач. Толпа прям, знаете, как с Эриосом 2, когда толпа бежит, ты не гасишь. Да ну хорош, мужики! О, самоубийство. Да что творится? Я поджигаю. Не успел. О, надо бомбу. Надо бомбу с Counter-Strike заложить. Тихо, мужики, стопэ. Давай, бомба, успею, успею, не успею. А, быстрее. Стоп, Jesus. Дим, хочешь я? Давай, 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 быстрее, 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 пока не увидел меня. Есть. Бомба заложена. Будем сейчас, короче, минировать всю карту. К чертям собачьим. Еще одна. Не успел. Вот это жесть, базук сколько пролетает.
Так, давайте сюда забежим. Будем тут минировать. Все-таки бомба и здесь достают. Минируем. Зараза. Специально за мной следил, чтобы меня убить. Быстрее. Есть. Уходим. Еще одно. Быстрее, есть. Успел. Первый взрыв. Я твой вижу. Сейчас еще будет взрыв, ребята. Вот вообще жестко для меня. Ой, я сейчас тоже буду. Быстрее, есть. Убегайте. Ой, горит, все, горит. Это пламя идет. Я бомбу снял, мой. Ну что? Много их еще осталось? Дайте, вообще, понюхайте. Пытаться с СМГ-шечки убить. Может, получится? А! Вот это еще один! Надо задним ходом. Есть! Красавчик попал. Только по мне не попадать ножички. На... Ух ты, жахнул. Кстати, после этой бомбы, смотри, как жестко все горит. Что это за оружие? Это бомба с Counter-Strike GO. Ну что, пацаны, мы всех убили? Нет, еще. Они убегают. Они уже, короче, отступают от нас, очканули. Очкошники. Ой-ой-ой, вот это я там нафигачил бомб. Классно, это после нее эффект такой офигенно горит. О, так. Шары. Есть. Короче, шары АФ-2 двух штук их убивают. Че, всех убили? Нет, я еще слышу где-то пиццерии. Не, никого нету вроде бы. Пиццерии. Заходим в пиццерию. Короче, все горит, все дымит. Надо осторожно. А он там, что ли? Вижу. Ну что, мужик, тебе не повезло, мы тебя сегодня просто уничтожать. Он уже убегает от нас. Да хорош, мочи. Че ж вы друг друга мочите? Все, убили. Надо сваливать, то пацаны сейчас все там разломают. Так, ну что, последний тест. Я им отключаю игнорировать игроков. Мы сейчас будем их взрывать ядерной бомбой. Они сейчас нас убивать не будут, так что можете по ним не стрелять. Ставлю всех по одному. Они будут просто по карте бегать, но нас мочить они не будут. Так, еще побольше поставить. Надо разных прям, совсем разных. Много штук, много. Ну что, я взрываю бомбу. Ой, крякнул. Я буду небольшую бомбу взрывать. Это давай шумы. Большую. Давай большую, хорошо, вот эту вот бомбу. Ты пошутил уже. Дима, это автобус, а не бомба. Они живые, да? Да, они выжили. Они живые, хорошо, давайте с Грендича надо ставить. Я понял, в чем проблема. Давайте СЦ-1000. Во, вот это убивает. Это жестко. Кстати, сделаем вывод, что они выдерживают ядерный взрыв. Не все еще топают. Че топают, вы что? Надо всех убить. Всех убить надо. Все, ты что, с ума сошел? Дима, наверное, они более живучие. Я тоже это, кстати, заметил. А сейчас они активируются, эти гранаты. Они не умирают. Эй, бомбы, активируйтесь. Ой, жестко. Ой, вылетело, наверное, на рабочий стол. Люблю, когда горит, предлагаю. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Фуфлик, Убагуга, Итучка, Итач, Гусанек, Фриз, Мерси. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Здравствуйте. Я люблю мандарин. Ассаламу алейкум. Я апельсин. Ребятушки, у нас сегодня очень классная карта. Она вышла сегодня. Это ТАСС 2 Классик. Если опять кушайте, приятного аппетита, у нас рубрика «Аниматроники» гоняет за нами. Погнали. Ну что, выживание пошло, пацаны. Кто умирает, тоже берет аниматроников, и в конце ролика будет 7 аниматроников и один выживший, который сможет использовать оружие, кроме пригвождателя. Эй, слезай, нельзя! Все. Ты смотри, грамотей, как ты вообще туда забрался? Не важно. Кто первый умрет, тот лох. Давайте, кто первый умрет, тот лох, погнали. Кстати, 1000 лет я на этой карте вообще не играл. Так все забылось. Кстати, если этот ролик наберет 3000 лайков, то мы снимем здесь перестрелку с бомбой. У нас есть бомба. Мы будем записывать здесь прикольный ролик. А деактивация, знаете, как будем деактивировать? Удалять ее просто. Ой, точка лох. Ой, Дима, Ой, беги. А где он? Дима! А, он на Зиге! Да, я уже забыл все эти слова.
Так, так, так. Смотри, не, он меня не убьет. Опа, косожоп. Ты можешь попробовать других аниматроников, которые более быстрее. Потому что этот не сильно быстро. А, этот вообще рахит. Блин, классно, ребята, это новый пилпак. О, вот этот быстрый. Вот этот быстрый. Опа. Опа-па. Пацаны, обратите внимание, что он может бить не на очень большом расстоянии, но не в притирку. На пару метров может ударить. Я буду его вот так гонять, он меня не убьет. Еще чуть-чуть бы я убил. Не умирает. Нет, нет, нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, блин, а чуть не умер. Эй, отвали, отвали. Все защищаем. Все, я на спауне, не мешай. Я уже забыл все здесь. Это с какой части? Это КС 1.6 карта? Да. Офигеть, какая она древняя. Ха-ха, как он меня хочет убить. Тебе надо ловить в маленьких пространствах. Мне кажется, вообще, если он сможет кого-то убить или нет, как вы думаете? Я уже убил. А, уже убил? Уже двое? Да, и тучка убил. А, и тучка. Теперь уже будет вам проще. Блин, давайте поизучаем эту вместе с вами карту. Давайте вебочку чуть подправим. Опа-па. Так, двое против шестерых. Если вам понравился этот ролик, не забываем подписаться, поставить лайкосик, написать комментарий, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Если кто-то хочет сняться с нами, ссылочка в описании на Дискорд. Да, мы сейчас все сидим в Дискорде и общаемся. Уже в Дискорде 42 тысячи человек, даже 43, наверное, уже. Дим, что ты говоришь, по скайпу записывай? Какой скайп? Еще одного убили! Уже трое аниматроников! Дошутился? Папа, лучше бы не хопить, ребятушки. Ё-моё, блин, я так дёрнулся. Да ну, ну пацаны, да я поддался. Да конечно, конечно. Да ну я серьезно поддался. Ладно, первый раз будьте поверить. Ну ладно, ладно, не поддавался. Да блин, я не ожидал, что он меня убьет, а хотел в конце остаться последним и мочить всех. Дима, потому что ты лох. Я не первый умер, мы говорили, что кто-то первый умрет. Я не первый. Я третий лох, я четвертый лох. Ну что, получается, что поделились мы 4 на 4? Да. Я очень быстро бегаю, смотрите, он даже с бенни-хопом не может от меня оторваться. Я его сейчас убью, смотрите. Опа, гусь-санек, еще чуть-чуть бы умер. Давай, давай, тащи, да блин, зараза. А мы не можем прыгать, у них большое преимущество. Блин, классно, меня поймал он на проходе. Вы такое ощущение, что сговорились, когда меня замочили? Да. Да, это был коварный план. Коварный план? Ё, блин, это аниматроник наш стоит. И тучка. Эй, тучка, давай воевать! И тучка! Хорошо, хорошо. Так, надо, значит, стоять в таком месте, где они будут пробегать. Так, надо, чтобы вы сюда гнали кого-то, а я его буду мочить. Блин, знаете, что хочется на этой карте сделать перестрелку все-таки? Кстати, есть гейм-мод, называется Red Blue, и мы можем поделиться на команды. Синий и красный, повоевать, это будет эпично. Так что, ребята, давайте, ставьте лайкосик, и мы сразу заснимем этот мод. Так, полетели. Дима, я когда был на синглплеере, бомбу, если ее удалить, она все равно взрывается. Да? Ну мы тогда поделимся без бомбы, будет Red Blue у нас просто. Повоюем между собой. Там очки будут насчитываться, и кто умирает, сразу не возрождается. То есть, если даже останется один против четверых, он сможет всех убить. Ой, ты куда он побежал? Вот куда он побежал этот? О! Эй, стоять! Подожди, а есть другой аниматроник? Ну, давайте вот этот. Они тоже все останавливаются, да, когда бьют? Медленный. Да, еще медленнее. Вот этот самый быстрый. Так, это вообще Stone the Crow. А, ты взял медленного. И тучка, это медленный. Бери другого, как мы, вот таких быстрых. Приз, беги. Я бегу, пытаюсь. Где он, где он? Давайте, пацаны, давайте объединяться. У нас же четверо, мы можем объединиться. Они на пункту. На А? Да, мы на А. Так, вспоминаем. А это там, все правильно. Я на Т спавне был. На Б, на Б. Уже на Б? Да, они бегают. Блин, я только оттуда ушел. Уже на А. А вы что, издеваетесь, что ли? Они бегают туда-сюда. А еще... Так, стоять, о! Пацаны. Надо убить они кого-то. На бегу. Так, я, короче, тут буду не стоять и чекать. О, давайте станем на Зиге. Может, кто-то будет пробежать, а я его убью.
Нет тут никого на Б. Во, стоять! Да, блин, я хочется убить кого-то. Бугу еще. Ну, Буга, беги. О, пацаны, хотите я сделаю, чтобы было по-честному? Иногда. Сейчас, ребятушки, мы изменим немножечко правила игры. Смотрите, что мы сделаем. Мы добавим... Сейчас, ребята, мы сейчас все сделаем. Надо, смотрите. Дим. Да не бойся. Я сделаю гравитацию, чтобы они не могли прыгать. Офигенно придумал. Это, ребята, называется... западло, нет, не западло, это баланс. Дима, не на... Нечестно! Как это нечестно? Вы теперь просто не сможете быстро убегать от нас. Вы просто видите, вы хорошо играете лучше меня, мне жаба давит. Внимание, они бегают возле Аплента. А тут что, длина не простреливается на этой части? Я думал, простреливается. Меня не поймайте, не пытайтесь, вы меня не поймаете. Блин, я так никого и не вижу. Где они все? Дайте инфу. Чтобы вы понимали. Я бегу. Дайте, чтобы мы понимали, сказать ему. А в памяти Арис. Иди он туда, все равно как-то потихоньку может прыгать. А я тогда же быстрее стал. Эй, ты как пере... Давайте еще увеличим гравитацию, стойте. Нет! Как это, я могу нолик добавить? Надо. А это мы просто летать Давай. Уже будем? Нет. Все. Постойте, я не понимаю. Вы что, летаете? Почему я такой медленный? Нет. Ну видишь, я же Гаррис Фот немножко лучше тебя знаю. Не надо. Стоять! Все, вот, мы его должны убить. Все, давай, бей его. Бей! Дима, где вы? А вот мы бегаем здесь, там, где менты спамнятся. Ой. Беги. Зараза, так мы хотим тебя ударить. Эх ты, стоять! Блин, ребята, это весело. Это очень весело. Давай, он уже не сможет прыгать высоко, это... Да блин, мы когда бьем, останавливаемся, как-то сложно. Так, Гусанек, ну до поры до времени ты делаешь ошибку, и мы тебя убьем. Я его не отпущу. Зараза говняна, обманул меня, представляете, какой красавчик. Мы пока живем, мать. Убогу. Гусанек, еще бы чуть-чуть бы убил тебя. Давай тебе кличку, кто же... Я живой. Да вот Гусанек бегает. Саня, ты где? Вот он. Давайте все за Гусаньком. Беги. Есть! Молодец, Фуфлик! Красавчик! Ну? Я еще кто-то. Так, двое осталось, да, пацаны? Есть! Ну что, скелетос остался? Давайте, такая толпа бежит. Все, тебе жопа здесь. Вот теперь ты не выйдешь, я тебя убью. Есть. Что, всех убили? Нет, убили своего, что ли. Так, Уга-Буга, давай. Давайте, если он выживает 2 минуты, он будет победителем. Он последний остался? Да. Все. Ну, это очень сложно. Так, пацаны, знаете, что я сейчас хочу сделать? Я хочу один быть выжившим, а вы меня будете все убивать. Вы готовы? Давайте. Да не выживешь. Ну что, пацаны, я готов. 3, 2, 1, погнали. Погнали. Вы на Б-плент, я на А-плент. Давайте. Террористы пошли против конца. Вообще не прыгается. Ё-моё, вообще это ноль. Это очень сложно. Ой, Дима, они... Опа-па. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. А я бегу. Отлично, ребята, отлично. У меня 6 тысяч хп. У меня шесть... Стойте. Я... А вы, да, под 100 хп всего. Стойте! Вот это весело. Давайте, все, погнали. Хорошо, что я заметил, что у меня этот... Столько много жизней. Мы заметили. Я, видите, просто исчез из пилпака, а жизни остаются. Да. Так, я нашел территорию, где мне прям легко будет выживать. Надо вот так просто по кругу бегать. Так где? А, я понял, где... Я буду держаться подальше от вас, пацаны. Отлично. Да блин. А где он? Он на Б. Побежали. Отлично, ребята, мне очень нравится. Давайте, если я провыживаю 2 минуты, я буду победителем. Время пошло. 11 минут ролик идет, все. Если будет 13 минут, я победитель. Скажи честно, ты остаешься или бегаешь? Что? Ты бегаешь? Конечно. Я сзади аниматроника только что пробежал, и мне ничего не сделал. Так.
Полминуты еще нету, а мне просто время кажется, что он быстро идет. А время идет очень медленно. Это, те, кто взяли вот медленно. Это медленно. Они сзади все меня хотят убить. Дима, ты где? Они все сзади мне бежали, вот эта толпа была. Отлично, отлично. Ого, их там. Ребята, у меня нет права на ошибку. Летучка, возьми быстрого аниматроника. Отлично. Летучка, наверное, не знает, как брать быстрых аниматроников. А, только не кинь. Вот это класс. Вот это стрёмно. Они быстрее меня бегают. Это чувствуется. Так, я уже выживаю. Так, скоро еще полминуты, я выиграю. Сложно. Очень сложно. Я просто понял тактику, как выживать. Тогда нельзя останавливаться, надо постоянно бежать. Видите? Видите? Вот это класс! Так, ну что, еще 20 секунд я победил. Сам придумал правила, сам в них выиграл. Не, ну реально вы говорили, что сложно выживать, поэтому я задал себе 2 минуты. Да очень. Ну как-то же вы убили тех пацанов всех. Я же папа. Да? Почему? Отлично. Ну что, ребята, 13 минут, 2 минуты я повыживал. Давайте еще минуту вам дам, на всякий случай. А вдруг запасик нужен небольшой. Я так быстро перемещаюсь по карте, что у вас нет никакого варианта. Я понял. Ой-ой-ой! А! Ехо, да я поддался, серьезно, я... Да я поддался, я вам говорю, я поддался. Ну... Ребята, у нас режим PvP. 3, 2, 1. Кто проигрывает, просто наблюдает. Давайте объединимся. Давайте объединимся против Дима. Да не, вы что, гоните? А я отлично убил. Один слился. Все, наблюдай. И еще один слился. Нет. Вот-вот-вот, я вижу игрока. Давай, иди сюда, я тебя не боюсь. Я тебя боюсь. Есть, еще одного убил. Двоих замочил, ребятушки. Беги. А что вы валяетесь тут? Да не трачи тут. Так, пацаны, давайте, кто из аниматроников живой еще? Я. Так, сейчас я его убью. Ой, я, кажется, номером ошибся. А, блин! А, блин! Что же происходит? Есть, убил троих! Нет. Так, ну что, пацаны, давайте встречаемся, идемте на Б. Где мы читы? Блин, какие читы? Меня ни разу никто не ударил просто. Я подлавливаю, когда вы бьете. Ну, посмотришь на ролике, есть читы или нет. Так, ну что, я вас жду на Б. Кто тут еще живой? Иди сюда. Я не пойду, я уже останусь последний. А я что, выживший один остался? А вот вижу, вижу. Давай! Вдруг вы друг друга убьете, и я последний останусь. Сейчас, 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 сейчас. Я подловлю его. Есть! А, еще один, еще одного осталось убить. Давай, иди сюда. О, нет! Нет! Я поддался. Гусанёк, ты победитель? Нет, нет, я еще остался. Жёсткая заруба. 8 часов спустя. Да-да. Есть! А я знал, что Гусанёк выиграет. Лучший игрок на планете. Ой, из-за того, что гравитация слабая. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Черныш, Серега, Итучка, Пика, Васаби, Гусанёк. Форум. Пацаны, скажите классные слова. Привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, давно у нас не было классной рубрики на олдскульной карте. Эта карта вышла в 2015 году, и в том году я эту карту когда-то записывал. Сегодня мы решили повторить веселье и угар. Аниматроники гоняются за нами. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Познала! Крячка моя любимая, полетела! Знаешь, в прошлом году я занял второе место на этой карте. Ну что, давай посмотрим. А мы в том году ее не записывали, я ее записывал много лет назад. Не, мы записывали. Нет. Я помню эту карту. Не ври. На этой нет. Либо в прошлом, либо в позапрошлом. Давайте так, кто первый умрет, тот лох.
Она за мной только гоняется. А, ну все, она определила уже с человеком. Дима, давай пока она умирай. Дима, умирай, давай. Я ее там замакал. Она в кухне забежала и все. Ребята, добавляю еще. Так, у нас пошел Фокси. Стоп, откуда ты, Серега? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 за мной увязалась, бежим вниз. Я помню, здесь очень классная карта, подвал есть. Интересно, а если ты стоишь, Серега, наверху, она может тебя убить? Да. Нет. Привет, Дима. Нет. Надо будет спускаться. Кто дольше 10 секунд это стоит на след, тот лоб. Да? Ладно, я пошел. Ой, я упал! Пойди, так, странно, мы еще никто не умерли. Что такое? Еще добавляю. Давай. Погнал. Фокси. Ой, Фредди пошел без руки. Нормально, нормально. Кстати, очень детализированные NPC-шки, классно смотрятся. Дим, когда NPC тебя увидел, она только за тобой будет бегать. Да? Ой, Фокси здесь стоит. А сейчас он переключится на кого-то. А чё Фокси тоже как-то странно бегает? А если я подойду, давайте проверим, убью или нет, просто проверяю. Они не убивают меня. А чё они не убивают? А ну, пацаны, проверьте, убивают они или нет? Ну-ка, подойди. Дима, давай ты проверь. Подойдите. А, я пошутил. Ну ладно, Фокси-то реально не убивай. Давайте Фокси удалим. Черный у нас это типа. Ой-ой-ой, хорошо, что я второй умер. Отлично, отлично. Третий. Так, добавляем еще. Я хочу веселье. Еще побежал псих. Кстати, каждый раз они издают очень классные звуки. Мимо пробежал. Ла-ла-ла-ла. Ой, Серега. Ой-ой-ой, да откуда ты взялся? Так, я еще добавляю, пацаны, вы готовы, чтобы сегодня будет вообще жесткое мясо? Дима! А! Серега, спасибо! О, тут очень быстро. Кто подсказал? Ты встал, блин, так меня заступил еще. Ой, я помню, что. Помнишь, что в офисе можно в подвал спрыгивать? Да, да, да. Дима, привет. О, Голдов Фредди застрял. Так, ладно. Отлично. А где он застрял? Двери возле Голдов Фредди. Около двери какой-то. Пика, ты достань, не подниги его. Еще. Ага, сейчас. Так, надо Фокси удалить, он здесь что-то затерялся у нас. Удаляем. Фокси вообще немощный. Да-да-да, как-то странно. Не все аниматроники на этой карте бегают. Наверное, обиженные какие-то. Или карта не подходит. Обиженные. О, здесь еще вентиляция есть. Здесь вообще эта карта очень классная. Мамия, боже мой. Там ох ты! Я прям мимо аниматроника пробежал, но он меня не убил почему-то. Так, добавляем еще. Крячка, погнала, крячечка. Ты быстрая очень. Она за тобой. Ну ничего страшного, смотри, Серега, как я умею их обманывать. А я бегаю по кругу. Прикольно. Так, ого, их тут толпа. Вообще? Да-да-да, это нормально, уничтожу. Так, ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет просто жесткое мясо. Серега, наконец-то ты умер. Красавелла, брателла. Ты, какашка, взял эту чипу ко мне привел. Какашка ты такая. А, я думал, ты мне говоришь. Я тебе. Так, еще ставим. Я хочу много аниматроник. Они через раз бегают, да? Да. А ну да, все. А, они через раз бегают. Все-таки какие-то аниматроники бегают, какие-то нет. Давайте вот тут, зависимо, где ставить ее. Это аутизм. О, все, пошла. Я их понял, как так странно, они активируются. Погнали наверх. Так, значит, и Фокси будет бегать. Давайте и Фокси поставим. Мимо, смотрите, мимо бегают и не убивают. А, они когда видят определенного игрока, за ними бегают. Ха-ха-ха, прикольно. Я почти всех умер. Так. Ах ты, тварь. Все, Фокси тоже пошел. Заработали они. Да-да-да, я знаю. Их надо просто ставить через раз. Зависимо от местности, где я их ставлю. Ой-ой-ой, как за чуваком гоняются лихо. Еще ставим. О, давайте из другого пака буду ставить еще. Который будет бегать за всеми, не только за одним. Смотрите, видите, мимо пробегают. Погнали. Сегодня у нас комбинация аниматроников разных будет. О, отлично. Еще ставим. Не, обезьянка вонючая, не? Я, отойди. Вообще жесть. Вот это сейчас будет вакханалия жесткая. Опа, мимо, отлично. Ой, за мной. Нет, я сдох. А где мы уже больше всех раз умер? Я специально, нет, я не умер. А, да? А сейчас я сейчас исправлю это все, вы не переживайте. Дима, эти тоже аниматроники по одному разу работают. Да? Один раз убивает и все? Да, вот сейчас опять еще один забагался. Ну ничего страшного, они потом раздупляются. Музыку. Они, наверное, отдыхают. Они просто коллеги. У них перезарядка. Да, но... А чё все внизу они там делают?
За мной, за мной, за мной увязалась. О, побежала! Стояла и начала резко бежать. Представляете, что творится? А! Ах ты, блин! Перегородила проход специально. Откуда тут свет идет, не понимаю. Ух, я живой пока что. Так, сколько раз я умер? Я умер 6 раз. Я понял, что больше всех умер. Надо исправлять это дело. Почему на меня большинство аниматроников? Почему 6? 7 раз ты? Лучше ты сам отвечал. А нет, 6. Так. Дима, я специально это сделал, чтобы веселее было. Так что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то веселое и классное, которое попадает в тренды. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ой, я крякнул. Ссылочка в описании. Ссылочка в описании. Совершенно верно. Молодцы, пацаны, шарите. Половину ютубера уже. Ой-ой-ой-ой-ой. А Фокси, вы видели, какой быстрый Фокси? Я понял, значит надо ставить Фокси. Фокси вообще псих. Ставим Фокси, много Фокси ставим. Ай-яй-яй. Я вижу, что-то уже добавляется все больше и больше погибших у нас. Поэтому это хорошо, они не прыгают вниз. Отлично, ой, вообще хорошая тактика здесь стоять. О, стоит аниматроник. А нет, давайте я вам, пацаны, помогу. Они по прямой очень быстро. Да, я знаю. Так, идем в подвал. Они крякают и крякают. Все, Фокси ставим. Так, Фокси не всегда бегает, но потом они в какой-то момент активируются и начинают гонять. Ой. О, еще. О, я знаю, который бьет на расстоянии. А, нет, это не он. Я знаю. Есть только на расстоянии, которые бьют. Сейчас мы их поставим. Так. А какие у нас еще есть аниматроники? Сейчас мы их наставим. О, а что они тут все делают? Закрывали некоторые, да, реально. Да? Хорошо. Сильно много наставил их. Сейчас я их иду доставать, не переживайте. Нет, не только за. Вы тоже можете доставать их? Да, некоторые. Эй, до бочки не допрыгнул. Побежал за мной. Ай, зараза! Опередили события. Ай-яй-яй. Опа! Не за мной. Еще ставим. Больше аниматроников. Много аниматроников. А так, давайте посмотрим, какой у нас лимит. У нас лимит 25 аниматроников. Ставим все 25. Ай. Нет. Ого, не быстро, надо валить отсюда. Ты бы видел, что там концерт. Ой, подлагивает иногда. Потому что там аниматроники все забагают. Да, так, надо идти их доставать. Я иду, пацаны, их доставать. А как их доставать? Они нас убивают. Не убивают. Некоторых ты пытаешься доставать, они вообще не двигаются. Я вижу, вот. Так, отлично, достал. А, они наверх позабегали и не достаются? Я знаю, давайте тогда сейчас поставлю всех аниматроников с одного пака, которые не будут застревать. А какие? А вот это уже секрет. Секрет фирмы, все ясно. А вот это что у нас? О, это поломатые, не будем мы их ставить. Это инвалиды. Инвалидусы, я понял. Тарахиты, короче. Так, инвалиды, давайте, поехали. Ой. Ой, это что за звуки? А, крыса. Еще крыса. Это говна крыса. Ой, что-то лагает, что за баги? Ой. Что происходит? Ой, за них тени вылагаются. Да. А вот это вот. Нет, это не физганом, а кто-то в них стреляет. Да. Пацаны, не стреляйте в них. Последствия сами. Вот это жесть. Кстати, они очень быстрые. Да. Добавляем. Добавляем еще. Они за всеми гоняются. За всеми, да? Да, за всеми. Погнали. Да, хоровод. О, я знаю, у нас еще есть аниматроники сильные. Хотите, поставлю? Нет, все, ребята, я придумал, что я сейчас поставлю. Сейчас, короче, будет сюрприз пацанам. Спасибо, Дима. Не надо. Я понял. Ты молодец. Сранья. Блин, я хотел на стол запрыгнуть, жопой споткнулся. Ой, ребята, я придумал. Все, я иду, вам сейчас делают сюрприз. А можно без? Давно мы не ставим. Как это не можно? Нельзя. Вот это псих я! Я знаю, ребята, спасибо за комплимент. Ставим еще. Дима, ты адекватный. Я знаю.
Все, 25 марионеток, ребятушки. Пока мы повыживаем так, если будет мало смертей, я буду еще их добавлять. Все, это очень спокойно, кстати, выживать. О, Серега, молодец. Моя школа. За мной увязалась. Сейчас она ко мне придет, не дерись. А, откуда ты взял? Они спрыгивать умеют. Вот это жесть! Куда я прыгну? Мама. Дима, сколько ты их тут поставил? Да я мало поставил. Я сейчас спауны просто поставлю в разных местах. Подождите. Дим, ничего, когда умирают? С маленького расстояния падают, они умирают. Это ж хорошо. Как старые добрые. Дима, они упали. Да. Они упали из-за того, что... И они сдохли, короче. Да. Да, так это ж хорошо. Будем их заманивать, да, смерть. Так, за мной увязалась. А! Блин, так можно инфаркт получить. Что ж вы такие жесткие? Так, ставим в разные места спаун, чтобы было легче возрождаться. Так, ну что, нормально, пацаны, выживается? За мной еще одна увязалась. Застряла там, заблудилась в трех столбах. Ой, еще одна застряла. Правда, решил посидеть, да? Дима, нет, я знаю, что ты хочешь. Отчипло. Да, чипло. Жестко. Я чихаю и думаю, сейчас, наверное, меня убьют. Правда. Так, ставим еще. Погнала. Конечно, это твои любимые. Только они немножко рахитные, не обращайте внимания. Они не могут подниматься. Они по лестнице не могут подняться. О, у нас есть классный один человек. Вы что, не зап... Вы что, маленькие коротконогие, что ли? Вот еще у нас есть. Мало каши ели, нет сил. Интересно, они могут подниматься? Или только марионетка может подниматься? Только марионетка. Нет, все могут. О, марионетка поднялась, отлично. Прощай, ты был хорошим человеком. Наверное. Еще раз, ну прощай, что еще раз. Жесткие. Да нормально, нормально. О, ушла. Я чуть не сдох. Так. Нормально. В конце ролика посмотрим, кто больше всех умер, тот будет проигравшим. А у кого самое меньше смерти, тот будет победивший. Дима, у тебя в данный момент больше всех. Ну я специально же их ставлю. Да, Дима, я тебе не верю. Ой. О, маленький телепиздрик пришел. Эй, а вы что там сидите? Я с вами. Нельзя сидеть на... Ай! Блин. Я на мусор. Ай! Да вы что, кто их... А, это ж я их поставил столько штук. А, ну точно. Да. Забыл. Да. Забыл. Они что-то на втором этаже там немножко потеряшки. Надо было все-таки команду прописать на вгенерейт, они тогда лучше ориентировались. Так, давайте внизу еще поставим Балун Боя. А Балун Бой убивает или нет? Нет, он только батарейки придет. Ага, давай. Ай! Он кушает. Штрикнул меня ножом, представляете, какой? Васаби. Негодяй. Так. Чик. Давайте мы его подправим. Эй. Ага, они подправляются. Удаляем. А! Мимо! Ай-яй-яй! Вот это им неплохо мочат. Так, а вы что тут сидите, мужики? Правильно делают. Нельзя сидеть, ну нельзя, я буду вас скидывать. Нет. Да. Можно. Нормально, они там ножичками штрикают. Мы сейчас опять оружие заходят. Я же говорю, кто сидит больше 10 секунд, тот его. Да не, они просто сидят в таких местах, где аниматроник достать не может. Я на туалете сижу. В следующий раз мы тут запишем, когда будет настоящий игрок играть за аниматроников. Это будет вообще жестко. О, уже поднимается. Раньше не мог подниматься, уже может. Дима, на туалете можно сидеть? Конечно, сиди, если ты обосрался, давай. На парашке можно? Если испугался, можешь использовать туалет по назначению. А, окей, тогда хорошо. Ставим. Режечка в этих. Я помогу. Помоги. А нет, ты смог. Ай! Да блин, штрикнул меня. Надо Балун Боя удалить срочно. Срочно. Так, все нормально, стоим. Он меня бесит, Пика, его надо... Пика, давай слази, а не то сейчас это... Ой, Серега, извини. Ой, на стол его поставил. Ага, некоторые вот поднимаются, некоторые нет. Давайте мы тут поставим. Ой, не случайно. О, пошел. Отлично поставил ты его. Ну я не специально, честно скажу, случайно так получилось. Нормально, пацаны, умирает и умирает. Ну что, погнали еще раз, веселье. 25 штук, отлично. Серега, тут фиолетовый, уходи. Уходи. Я хочу, чтобы было смертей не так много у меня, чтобы вы попогибали. А я хочу пожить. А, видели, мимо прошло, еще бы чуть-чуть бы у меня убило. Типа, если ты будешь по подвалу бегать, они все будут падать, и до тебя не достанут. Отлично, я пошел вниз.
Так. Ай, блин, прям в спину ему зашел. Жесть, психованный. Ой, мне не пропадает что-то так, просто обработка. Чик. Ай! Аж зачесалась бровь, так лупанул меня жестко. Так, тихо-тихо, не застреем. Так, давайте мы еще поставим пару спаунов. А! Да что ж такое, а? Так, надо валить, надо валить. А че они за мной, эй? Они тут в туалете позастревали. Достала свою голову. Нормально, пойдет мочь от нас. О, блин, я уже забыл эту часть карты. Тут вообще классно выживать. А я не могу сюда запрыгнуть. А дверь можно закрыть? Ой. Нет, я должен жить. Интересно, она найдет меня или нет? Давайте ее сейчас проверим. Найдет меня марионетка? Нет, не может найти. Хотя загрелась за мной. Нет, вот не может. А! Прислала фиолетового челика за мной. Так, в ком-то застрял опять. Гуси тут какие-то у нас развелись. Гуси какие-то развелись. Так, отлично. И правду. Хорош. Сейчас ты сейчас так раз прыгнешь, и они тебя убьют. Так, Серега, сколько раз ты умер? Ай, блин! Сколько раз я умер? А чё смерти сбросились? В смысле? Нет, это второе смерти. А, я проверял, видишь? Откуда под невидимкой ходит? 32 раза я умер? Больше всех, что ли? Да. А как так-то? Идёшь. Наверное, потому что я их ставлю. Да. Нет, ты просто на рекорд идешь. Они тебя любят больше, поэтому. Так, надо поудалять здесь, потому что они что-то на второй этаж походят и начинают лагать. Ой, а кто ой. Меньше всех, кто просто воняет. Блин, ты что офигел? Так, давайте посмотрим, каких я еще могу аниматроников поставить. О, есть у меня! Это зараза! Есть. Фобия шерсть. Ой. А, они не ходят эти. О, ходит. Пошла. Ха-ха, так стрикольно бегает как-то. Как рахитка. Еще. У нас много аниматроников есть. О! Во, ребята, я нашел бойца. Принтрапа поставил? Конечно. Ставим еще. Еще ставим. Не свисти. Вот что-то понятно. Пошел. Ой, хорош. Еще ставим. Так, за мной маринеточка увязалась, надо спрыгивать сюда вниз. Все, так она мне не достанет. Смотрите. Думаешь? Чё, Серёга, конечно. Фу, блин, думал, это аниматроника, это скин такой. Испугала меня. Ой, испугал. Серёг, спаси нам тебя. Дима, эти фиолетовые люди могут залезать по всех. По лестнице. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо спрыгивать. Отлично. Ой, разбился. Опа. Ой, разбился. Прикольно, они так умирают от высоты. Так, стоять. А! Говно, блин. Жестко мочат. Так, Серега, сколько у тебя смертей? У Сереги что-то мало, 20 всего. Потому что я убегаю. Так, смотрим, какие у нас еще есть аниматроники. Ребята, сейчас я поудаляю всех аниматроников. Сейчас. Дима, не надо. Дима, предлагаю новое правило. Давай, кто больше всех умер, тот лох, а кто меньше всех умер, тот воняет. Это странно, у тебя правило. Отлично, столько много их. Попли что? Что, через них можно перепрыгнуть? Они не убивают. Они убивают. Они убивают. Они убивают. Чисто, давай, Дима, гаси его. А давай проверим, убивает или нет. А. Ой, они урон только могут наносить, так нет. Они не убивают. Стойте. Нет, Дима, они урон наносят, так они могут убить. Нет, так не пойдет, а чтоб сильно убивали. Так, а у нас вроде больше нет таких аниматроников серьезных. Хорошо. Сейчас будем туда ставить с этого пака. Так, надо посмотреть. Вот. Этого мне очень нравится пака. Погнал. Кто-то рахит не ходит. Во! Ой, тебя воняет, я ухожу. Что это такое? О, это чикен-наггетс. 25 штук поставил, пойдет. Чикен-наггетс. Только они очень странно бегают, да, как-то? Вообще позастревали. Моя армия. Армия моя, пошлите. Они застреют, они кривые жопы. Застревальные, не пойдет. Быстрее удали. Фух, я думал, я умру. Так, стоп. Не подходит. Все, погнали. Так. Сейчас будет толпа у нас жесткая. О,
Во, мои фиолетовые. Ой, даже на крыше поставил. Мои бузда. Давайте все за мной. Все за мной, все за мной. Ой. Тим, реально. А, фиолетовые говнюки. Да, толпа целая, здоровенная. Целую. Они, кстати, по карте очень хорошо ходят. Да, они везде прыгают, и так, ну ладно. Отлично, смотрите, а, хотел сказать, смотрите, я хожу четко, меня никто не убивает. Ой, так что? Ого. Не нас... Так, надо сразу валить оттуда. Так, спаун нужен. Вот это жестко. Спаун еще один нужен. Хорошо, давайте я вам поставлю. Они на спауне убивают сразу, ты спавишься, тебя сразу убивают. Да, понял, понял. Ставим еще здесь. Да, Флора, тебя вообще воняет. Так, мужики, хватит танцевать, давайте бить. Танцевать. Они тут стоят. Так, сколько у Сереги смертей? 20, что-то мало. Какой 20? У него 20. У него 20. 20, 20. Вы что, считаете, что? Именно я. Дима хочет, чтобы именно я больше, чем он. Ну, конечно, а уже, видно, не получается у меня так делать. А чё не? Блин, Серега хорошо играет. Тихо-тихо. О, давайте проверим, у них жизни вообще тратится или нет. А! Ну у меня жизни тратится, я сразу заметил. А у них тратится. И еще раз тратится. А ну-ка, демон. Я не сижу, я бегу по карте. А дать еще попасть бы по этим мордам. Ай. Сколько у них хп? Они не убиваются. Ай, он меня убил за это. Не, не хочет убиваться. Ой, а что, полезь с этим читерским пистолетом? Читерским. Читерским? Админским. Да, читер. О, давайте проверим админским пистолетом. Он сработает 100%. Ой, вылетело! Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Куёка, Фуфли, Гусанёк, Харёк, Мерси, Фаберли, Профит. Пацаны, скажите классные слова. Привет. Здорово. Всем здорово. Всем привет. Приветики, омлетики. Сегодня у нас очень классное выживание. Будем... играть на карте Школа Балди и использовать новых быстрых аниматроников. Куёка, покажи, как он быстрый. Он просто нереально скоростной. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, кто умирает, тоже берет любого аниматроника с того пака и мочит всех. Так что, ребята, досмотрите до конца, в конце будет 6 аниматроников и один выживший. А последний выживший может использовать... Кто у нас? Переговождатель сможет использовать. Использовать. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord. Ссылочка где у нас? В описании. Вот смотрите, у нас Профит и Харек это новое. И еще Фаберлайк. Ах ты, Куёка, хотел использовать мою слабость. Он что, невидимый может вставать? Да. О, вот это вообще, кстати, ребята, невидимый аниматроник. Надо закрывать дверь, мы тогда будем видеть. Ага, Куёка, я тебя увидел. Не-не-не. Не-не-не-не-не. Осторожно, Профит. Пацаны, он меня хочет убить специально. А, я дверь закрыл сам себе, идиот, с балбоном. Беги в столовку беги. Вы все в столовке? Так. Пацаны, я иду в столовку. Только я не знаю, где она, я вечно на этой карте путаюсь. Он сзади меня. Он сзади меня, я его вижу. Сзади столовка была, вернись. Да, я специально, видишь, посмотрел. Знаешь ли ты, видишь, тоже шаришь. А где вы там меня увидите? А, вы... Вот, ах вот, ты, вот, говно, он закрыл вот, двери, чтобы я не пришел к вам! Офигеть, монстр вонючий! Дима, открыл двери, давай, беги. А я закрыл, я его обману, я сейчас обойду. Давай, давай, давай. Пацаны, давай, пацаны, сюда, пацаны, быстрее, 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 беги, быстрее. Беги, беги, беги. Так, закрывай калитки. А меня зажало, меня сейчас убьет из-за вас! Так, пацаны, его на прицеле видно. Ой, вот он, вот он, вот он. Куёка! Гусанёк! Ну что ты? Да я ж не увидел, что. Получается, что, пацаны, так как он невидимый, надо постоянно перемещаться, нельзя на месте стоять. Офигеть! Блин, такого вообще выживания, кстати, с невидимым аниматроником мы ни разу не делали. Поэтому, если этот ролик наберет 3000 лайкостиков, мы снимем еще. Гусанёк! Если честно, я видел, что ты идешь и подался. Минус 3. Да вы так быстро убиваете всех. А да, если бы взяли бы обычных аниматроников, мы, получается, бы играли очень долго. Вот да, это скорость. Получается, с Бенни Хопом даже нельзя убежать? Или можно? Нельзя. Я... Ага, стоять. Не убил? Ах ты, не убивашка. Все за ним, все за ним. О, невидимый. А невидимый убивает он или нет? Да. Да. А, ты ж куёк. Получается, ты Гусанька убил невидимки? Да, все, я стою невидимым. Я стою невидимым и буду стараться его убить. Кстати, такие прикольные звуки издает аниматроник. Дима, а в следующий раз, он на улице? Да-да-да. Надо было, чтобы новенькие играли за аниматроника. Вообще было бы прикольно.
Ну да, то мы проверенные. Ну да, вы уже наигранные читеры. Еще он его убил? Да. Это что я тут вижу, так об кого-то спотыкаюсь? Я аниматроника другого спотыкаюсь. Да. Передо мной бегает. Куёк, это ты тут где-то бегаешь? Возможно. Так, окружаем его. Давайте не дадим ему шансов никаких вообще. А где он? Можно инфу? А он прям сзади, это, сзади школы бегает. Посмотри, какой под... А кто это выживает так долго? Уфли, как ты наигранный человек. Я тебя убью. Блин, он останавливается, когда бьет. Ну, блин, гусаляк, ты меня красиво убил. А чё они умирают? Сколько у него жизней? Так у него много жизней. Эй, фуфлик! А ну стойте, стойте! Читер. Я ему сейчас жизни читер сделаю, стопэ. Так, хп. Так, сейчас подожди, я покажу, как жизни делать. Хп. Фуфлик. А я думаю, чё у него жизни так много? Ты будешь наказан, у тебя 20 хп будет случайно. Они все равно с одного удара. Ну и что? Это чтобы он лишний раз не прыгал. О, давайте для прикола, стойте, я знаю, что надо сделать. В честь наказания, знаете, сколько мы ему сделаем? Смотрите. Ноль. Ха-ха, ну хп! Не, ноль это уже А если ноль поставить, он умрет или будет бессмертие у него? Он умрет. О, я знал, я просто проверял. А ну, Дим, давай проверим. Да не, не надо. Так, инфу, кто еще живой? Фуфлик получается только. Один фуфлик живой? Да. С одним хп? Он, да, конечно, может взять перегвождатель, но он не знает, где он... Ты знаешь, где перегвождатель находится? Да. А давайте, стойте, не убивайте его, пусть перегвождатель возьмет. Стойте, не бейте его. Только дайте ему выйти, а то вы сейчас сразу убьете его. Все, взял, да? Ну что, да, погнали. Бежим. Давайте невидимыми, чтобы он нас не видел, куда стрелять. Ай! Ха-ха, есть, одного пригвоздил. А чего мы так быстро вообще мочим всех? А вот. Потому что профессионалы. Так, у него... Ага, да, одно, у него 20 хп, 21 хп. Я ему, получается, 1 хп добавил. Ай-яй-яй. Блин, зараза, пригвоздил меня! Очень сложно перегрызать. Он что, всех пригвоздил? А нет, не всех. Давайте, пацаны, мочите его. Если сейчас фуфлик провыживает 2 минуты, он будет победителем. Все, время пошло. Всё. Вот 6 минут запись идет. Все, время пошло. Давайте быстрее. Он 2 минуты, фуфлик. Если ты сможешь, ты будешь красавелой вообще. Что за демон у нас? А, все. Куёко, молодец. Ну что, фуфлик, раз ты у нас проигравший, будешь теперь ты начинать раунд. Давайте, короче, сделаем следующий режим перестрелку, если ты, Куёко, так хочешь. Очень хочу. Чисто реально перестреляться. Возьмем карту с КСК и будем перестреливаться. Ну, мы знаешь, что сделаем? Мы, короче, поперекрашиваемся, сделаем одного цвета одну команду и другого цвета, тем красный и синий. Ты будешь в голубой команде, я сразу тебе говорю. Может, ты будешь голубой сразу? Тебе сразу подходит. Я буду в синий. Чёрт. Какие, давай. А я его не вижу, пацаны, вообще. А он вышел. Пуфлик вышел? Да, а я как дотик. Куёка, не, давайте тогда кто у нас? Кто был предпоследний? Предпоследний? О, давайте это будет новенький, как мы хотели. Давайте, Профит, давай ты будешь. Давай, Профит, да. Мы уже старенькие, с бородами все сидим тут. А будет новенький. Профит, скажешь, когда будешь готовый. Я готов. Ну давай, начинай. Спокойно. Надеюсь, ты убьешь кого-то. Ну ладно, кого я обману. Спокойно. А где вы, пацаны? Я в столовке вас жду, все, ждем тут вас. Да я уже здесь тут кушаю хлеб. Ой, смотри, я сейчас сяду, смотрите. Я хочу с вами... Опа, я вспомнил, мне надо пойти болото купить. Хлеб, батона купить. Слушай, мужик. Осторожно. Давайте будем полегче ему сделаем, потому что тяжело будет и убивать, он же за него не играл ни разу. Не играл. А, играл, да? Пошел. Вот это невидимка. Вот сейчас ты мог меня убить, если что. Может, если ему тяжело, пусть зайца все-таки того возьмет. Просто будем лучше выживать. Нормально, Дим. А у нас по 20 хп, хорош стрелять, вы его все равно не убьете, вы сейчас только друг друга будете. Давайте, если вы убьете, то он тоже берет аниматроника. Кто проиграл, берет аниматроника. Хорошо. Вы что, издеваетесь?
А, вот так вы со мной решили заговорить? Да. Так тут невидимый. Слушай, Дим, да, давай, давайте я помогу, Дим, где? А не надо помогать, я, вот я его сейчас убью. Ну, Профит, молодец! Последний остался. Рассовела. Оберлай, он невидимка. А как это он невидимка? Я его не вижу. У него это... оружие только видно. Ой, а что это за читер? Здесь, Куёка, давай здесь, Куёка, тут безопасней. А где вы, пацаны? А мы не скажем. Ой, я вот здесь, это... смотри. Вот тут. Вот, смотри. Хорошо, ищем их. Мы найдем. Найдем их. А что, может, тут веревку возьмем? Добавим, типа, чтобы не открыли. Да нет. Давай! Варка, веревка. Кто невидимый? Да, я вижу, кто-то невидимка. Там Эрлайнчик, как там у тебя? Давай этот, килл пропишу, ты невидимый. А я... не знаю, что. Ну давай, пропишу сейчас это. А чё ты невидимый? Там уже наружу какое-то в читерское я брал? Я не знаю. Нет, я мне обычно что-то... О, Фаберли еще мертвый. Так, ищем этих чилипиздриков, где они ходят? Наверное, тут. Куёка, давай ты будешь следить. Открывайте, короче, все дверь. Классы, и где уже открыта дверь, мы не будем туда проверять. Все, давай. А как вы думаете, где они шкерятся? Их не вижу. Мы с Куёкой тут на две позиции встали, чтобы если что... Бегит! Я знаю, где они! Я нашёл их! А где они? Где они? Вот я вижу их. Они сейчас это главные двери. Да-да-да-да! Гусянёк, я тебе отомстил, как ты мне тогда. Ну, живой, мужики. А его не вижу, где он? А он ушёл. Гусянёк, ты живой еще, да? О, я ж тебя убил, Куёка! И Куёка убили? Нет. Так, ну что, теперь Гусанёк, ты против Куёка. Теперь вы не в одной команде. Ну, а было классно. Ну да, пока я тебя не замочил. Как ты меня в невидимке. А так все, Куёка. А я их, получается, вывел к Диме. И он уже убил их. Куёка последний. Куёку! Да. Слушай внимательно. Ты где? Да тут вот база. I kill you. Не надо. Yes. No. БХС. Ну и где он? Я его не вижу. Это чилипиздри где-то заныкался. Там где-то уж. Гусанёк, а ты где? А я где-то. Ты же знаешь, какой IQ у Куёка? Где он может заныкаться? Ну, где-то в туалете, может, в заловке. А тут туалета нету, кстати. Нет, в заловке нету. А может, на улице он вообще? О, идемте на улицу, реально. Он вроде ташкерится на улице. Мы сидим в квартире. Да, я на улице. Может, он там на батуте прыгает. Ну нет, там был только что, его нету. Угадали. Угадали, может. Нет. А нету его на батуте, он врет. Я на батуте, не верьте, Диме, обманывает. Не, нету тебя на батуте. А тут же не так много мест, чтобы он мог заныкаться. И где он? В классе стопудово. А тут есть нычки или нет, вы не помните? Нет, нету. Может, он тут где-то сидит? Нету. Эй, Куёко, ты где? Да. Дай подсказку там, подстрельнись. Все. Мне кажется, сейчас мы его только убьем. Он пригвождатель, он на батуте, Дим. А он пригвождатель взял? Да. Ах ты хитрый жук. Получается, он последний остался? Да. Хорошо. А я его не вижу, где он, нема его тут. Улица, где потом? Он уже в этом, вроде как. Куёка, тебе повезло, что я не успел подойти, так бы я пацанам помог. Ах ты хитрый жук, ну смотрите, прям тяжело его реально замочить. Ну молодец, пригвоздил. Да хорош насыпать, хорош. Блин, и того пригвоздил, смотри, какой хороший пригвождальчик у нас. А чё, еще кого-то пригвоздил возле меня тут? Ой-ой-ой, что за подло? Есть! Так, ну что, давайте сделаем битву на аниматроника, как мы любим это делать. Только давайте без невидимки вот этих синих возьмем. Я всем сделаю по 100 хп, берите. Да давай сразу по одному. По одному хп? Да. Давай, я не спорю. Так, ребята, ну что, самый любимый режим на моем канале, потому что все это любят, это режим PvP. 3, 2, 1, погнали. Орёк слился. Это было легко. У меня почему-то 6000 хп все еще. Да? А ну еще раз, стой. Сейчас давай.
Да, 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 все, все прошло. Все, погнала, погнала. Один уже слился, хорек уже не играет. Харька не мочите, он уже все. Я же его замочил. Легко. О, Фаберли, вообще. Профит, ты что, умеешь играть, что ли, хорошо? Вот давайте сделаем такую битву. Давайте, все возле батута, встретимся и разберемся. Давай. Один на один. Давай, давай. Кто я не сыт? Очкошники, давай, иди сюда. Прямой репортаж. Сейчас будем вести. Давай, давай. Блин, один хп, даже прыгнуть невозможно будет. Да нормально, нормально. Иди сюда, иди, иди, иди. Профит против Димаса. Нет, 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 нет. О, да как, да, да как, да как, да я подался, ну профит, ну как ты это сделал? Скилл, ребята, скилл. Ну я вижу, что у тебя скилл, довольно-таки неплохо играешь. Так, ну что, кто у нас остался? Раз, два, Конек. И три. Вот, Куёка пришел, Куёка пришел. Ну что, я болею, Гусонек, ты еще живой? Я живой, да. Давай, Гусонек, я за тебя болею, как всегда, я знаю, что ты выиграешь. Хитрожопые да всегда выиграют, видно, что я не сильно хитрожопый и не смог выиграть. Я надеюсь, что вы... Так, где Гусанёк? Вот Гусанёк. Нет, это не Гусанёк. Куёка наверху, как всегда, на крысу играет. Идите вдвоём Куёку убивать, а потом между собой разберётесь. Давайте, мужики, друг друга мочить. А, Куёка хитрый! Профит, ты чё, легенду нашего Гусанька убил? Вон Куёка наверху стоит, иди. Ты что, если сейчас кто будет выиграть, тот будет победителем в этом ролике. Будет лучшим аниматроником. Профит! Ты чё, вообще молодец? Это смотрите, этот человек зашел первый раз на запись и просто всех наказал. Вообще, ну молодец. Просто молодец, бейте его. Да ну ладно, ты выиграл, ты молодец. Ты реально очень хорошо играешь. Поэтому надеемся тебя увидеть в следующем ролике. Если вам понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения и всем пока. Полетела бомба!